И всем привет! С вами, как всегда, я, кровавый игроман или живого. Думаю, по превьюшке или по названию вы поняли, что сегодня для вас я подготовил обучалку, чтобы вы играли намного лучше с двухстолки, СВД и других оружий, потому что этот способ работает на многих оружиях. Я лично сам так играю. Ну что ж, затягивать не буду, погнали. Итак, начнем с того, что я вам покажу небольшой фрагментик зарубежного игрока с телефона, который юзает этот способ, а потом детально разберу его. Погнали. Maybe I've been wasting time, I stay up, mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head, feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm wasting time, I stay up, mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head, feeling down but never out, I'm hanging by a thread. Sometimes I feel like I'm dying, sometimes I feel already dead. I got an obsession, perception's kinda messing with my head. I wake up in a daze, don't even keep track of days. I got a problem with myself, but I know I'll be okay. I got a... Ну что ж, зарубежный игрок White FFA играет очень даже хорошо для телефона, если это не классика. Но не будем в это зацикливаться. Давайте покажу вам несколько фрагментов, чтобы вы поняли суть данного способа. Вот наш первый скрин. Красные стрелочки и полоски показывают, где находится прицел и ноги противника. В данном случае прицел находится левее и ниже ног противника. В чем суть, спросите вы? А суть в том, что в этом способе вам нужно наводиться левее и ниже ног, чтобы потом резко потянуть кнопку стрельбы, если у вас маленькая кнопка, а если большая, вам не нужно сильно тянуть. Но это нужно привыкать. Давайте покажу второй момент. Наш второй скрин почти похож, но на этом моменте прицел все равно левее, но уже чуть выше ног. Но это просто мои косяки, не обращайте внимания. Тут такой же способ, прицел немного левее от ног противника, и вы должны тянуть вправо. Да-да, если вы наводитесь вправо, то вам нужно стрелять влево, если влево, то вам стрелять нужно вправо. Все легко и просто. Давайте покажу следующие два момента, чтобы вам было понятнее, что это один и тот же способ, а потом уже покажу свою игру с этим способом. На следующих скринах вы видите, что показывается один и тот же способ, но теперь нужно зайти в игру и показать все там, чтобы вам было намного понятнее. Итак, давайте посмотрим игру от моего лица. Как этот способ должен работать? Сперва я просто подпрыгиваю, а потом уже буду бежать с разгона и играть как на СНС. Вы сейчас видите на данном фрагменте, как я подпрыгиваю и стараюсь давать в голову. То есть я навожусь именно слева снизу, а потом уже тяну. Также вы должны делать, но когда у вас маленькая кнопка, вы должны резче тянуть, чем я. У меня 100 кнопка, и я должен тянуть помало. Итак, теперь давайте поиграем как на СНС, и как видите, все прекрасно залетает. Я делаю тот же способ, как я и вам и говорил. Иногда навожусь справа, иногда слева. Иногда не залетает, потому что я еще не супер игрок с этого способа. Иногда я просто промахиваюсь, потому что не навожусь. Вот такой видосик у нас получился. Тренируйтесь и рассказывайте друзьям про этот способ. Знаете, у вас все получится. Главное, не сдавайтесь. Ну, на этом я буду заканчивать. С вами был, как всегда, я, Кроуроман или Живого. Всем добра и позитива, здоровья вам и вашим близким. Пока.